Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова. Я участвую, очень активно участвую в проекте Whole World с 2013 года. Не раз уже рассказывала про топ-10. Такой раздел у нас. Топ-10 самых эффективных фандрайзеров. Помните, да, что такое или кто такие фандрайзеры, люди, которые привлекают денежные средства на благотворительность и на некоммерческие цели. То есть мы, участники, являемся фандрайзерами. Так вот, в топ-10, это графа у нас, раздел такой, здесь выставляются самые эффективные фандрайзеры. И каждый месяц мы награждаем самых эффективных фандрайзеров из числа участников сообщества, пригласивших наибольшее число благотворителей, привлекших наибольший объем благотворительных пожертвований. Участники, попавшие в топ-10 по итогам месяца, получают вознаграждение от компании. Сейчас я нахожусь на втором месте. За небольшой промежуток времени у меня один благотворитель. Здесь учитываются личные приглашения. И 8 благотворителей в марафоне на $35. Один волонтер, который активировал свой кабинет. И один благотворитель статус бизнес, который оказал финансовую помощь в эстафете $100. И в фонд ушло уже $130 с моей помощью. Это сумма средств, направленных на благотворительность в текущем месяце благодаря действиям этого фандрайзера. Здесь у нас 10 человек. Не все получат денежные вознаграждения. Смотрите, первое место получают 3 Extra Redwards плюс 3 места бизнес-автомат. Читаем, что такое Extra Redward. Дополнительное вознаграждение в размере $3 за каждое оказание финансовой помощи, совершенное лично приглашенными благотворителями в благотворительной эстафете, а также $1 за активацию и либо продление активности каждого их места в благотворительном марафоне за соответствующий календарный месяц. И бизнес-автомат – это бесплатное подключение услуги бизнес-автомат сроком на 1 месяц. Вознаграждения выдаются участникам при условии, что их фандрайзинговая эффективность в отчетном месяце составила не менее $150. То есть месяц еще не закончился, у меня пока что $130, но думаю $20, так к концу месяца я точно наберу. Дальше, второе место получает 2 Extra Reward плюс 2 места бизнес-автомат. И третье место 1 Extra Reward плюс 1 место бизнес-автомат. С 4 по 10 места получают 1 место бизнес-автомат. Старайтесь. Попадайте в топ-10, получайте денежные вознаграждения, ну и, конечно же, стройте свою партнерскую структуру. А кого еще нет в этом замечательном проекте, то приглашаю и вас. Моя реферальная ссылка находится под этим видео. Пока-пока!